Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Dino Bash. Рэмбо завершил у нас обучение, и это классно. Также и Брахио. Замечательно, 58 уровень у нас, да? Сколько тут еще ядрить, макарить, сколько тут еще левлов, а? Обалдеть. Так, ну мы помним прекрасно, что их ровно 100. Ну что ж, поехали. Так, у нас, кстати, подожди-ка. Что-то я, блин, по деньгам не посмотрел. Ладно, фиг с ним, ребят. По деньгам не посмотрел, да стопудово я уже все потратил. Так, ну что, готовимся, наверное, опять к атаке бомжихи. Укрепленной, усиленной. Надеюсь, все будет хорошо у нас здесь. Так, давай. Ой, подожди, подожди, не так я начал. Иди отсюда, вышел он тут сразу мне. Ха! Бомжи. Так, давай вот этих вот сразу уничтожать. Нам нужен, ребята, наш Рэмбо. Рэмбо нам нужен, смотри, смотри, хиляет, захиливает упырь, а. Ну сейчас они, подожди-ка. А Рэмбо, наверное, не справится, да, с двумя, или справится? Смотри-ка, справляется. Но только, ребята, с двумя. Дальше он почему-то не тянет. Да идите вы уже, достали тут со своим отхилом в конце. Ой, это что за... Тихо, тихо, тихо. Блин. Да, ребят, я помню, вы мне писали в комментариях, что вот на этого чудика лучше всего применять отравляющую ловушку. Но у меня ее нету. Так, Тирексик. Слушай, я слышу крик бомжихи. Ребят, я... Какой Тирексик? Его же никто не может увидеть. Ёлки-палки, вот это я... Вот это я сейчас лопухнулся. Блин. Так, а что делать? Сейчас яйцо разбомбят, да? Сейчас разбомбят яйцо, ребят. В хлам причем. Придется валун потратить, да? На этих вот охламонов я потратил, ребят, валун. Так, кто там у нас? А я слышал же, бомжиха вроде должна где-то идти. Нет, мне показалось? Да, ну не могло мне ничего показаться. Она должна быть где-то здесь. Ныкается, наверное. Слушай, а может быть мы ее подбили? Да ну, сомневайся, что мы бы ее подбили, да так быстро. По-моему, да, действительно, мне придется, скорее всего, ребята, скоро брать сюда отравляющие бомбочки. Ну, вот, я же говорю, что должна прибежать она. Старая корга. Вот она, явилась, не запылилась. Да, жалко, конечно, что я, ребят, валун на нее потратил. Целый валуняру. Да отвалите вы, Брахио, ну бомби ты, пожалуйста, а. Да, я, конечно, понимаю, что тут сложно против них противостоять. Но у нас выбора-то все равно нет, понимаете. Нету выбора, бомжиха замерзла. Оп. Так, ну-ка давай. Все равно маленький-маленький урончик вообще никакущий. Так, давай, ах ты, вот оно что. Да ну, еще летуны здесь, ну. Подбей, молодец, отбил. Так, бомжик, ты достала, серьезно тебе говорю уже. Ты уже достала нас всех тут в корень. Так, вот, никаких хилов здесь, да, ребят? Никаких нам, блин, тут хилов не нужно. Давай еще вызовем одного Рокки. Точнее, Рокки Рэмбо, ёп, просто это какой Рокки. Так, и давай, наверное, вот так сделаем. Поможет? О, хорошо бумкнуло. Так, Брахио, не трогай меня, а. Снегирь! Красный, красный нос. Ты посмотри, ребят, у него красный нос. Он, наверное, неплохо отдыхал на выходных. Елки-палки, своей в пещере там. Так, надо бомжиху вальнуть. Так, ну и этого хламона добьем. По-моему, ребята, это была последняя волна. Я хотел бы в это верить. А что это у меня? Брахио вдруг отдуплился. Этот уже замороженный, как полчаса стоит. А Брахио отдуплился. Сейчас ему кранты. Все. Нет! Нет, ребята, последняя волна вот только сейчас в данный момент идет. Вот ты понимаешь, она вот только сейчас идет, последняя волна. Пипец, пипец, началось, смотри. Где мой Брахио? Ой, Брахио, Стегиш. Стегиш идет, давай там пуляй свои эти. Вот, хорошо, а вот этого надо, ребят, замораживать. Этого надо замораживать и валунами его бомбить. Бросили, называется, валун, но... Я не могу понять, почему мы его... А как его по-другому... Эй, сейчас яйцо разбомбит, сейчас яйцо разбомбит. Твою ж дивизию. Я офигею. Короче, нам надо все-таки брать с вами отравляющую ловушку. Мне порекомендовали вы, поэтому придется ее брать. Я не знаю, этих охламолов больше никто не видит, и никто им ничего не делает. Так, улучшить. У нас с вами 6000. Я думаю, что этого мало денег, да? Ни на что не годится. Так, Рэмбо, Рэмбо, Стега. Нет. Где у нас отравляющая ловушка?
Так, это лечащее. Погоди, вот, вот он. Да ёпрсты, чтобы его улучшить, нам нужно 17 тысяч. Это слишком, блин, много для меня. Ладно, хорошо, мы отправляемся в путь-дорожку. Убираем, значит, с вами ледяную и берем вот такую вот отравляющую. Хотя... хотя ледяная нам бы тоже пригодилась. Вот так вот. Ладно. Давайте с вами вот так вот по-быстренькому все это дело замутим. Пока будем с вами подкапливать потихонечку, да? Говорили, что отравляющая ловушка, вот эта вот мина, точнее, отравляющая, когда ее прокачаешь, она топ. Я вижу пока, что его очень топово лечат, ё-моё, вот эти вот хламоны. Так, дуплица, минус, минус. Давай-давай-давай, всех их там. Да что ты будешь делать? Она опять этих... А чё ты их тут дофига уж больно? Так, секунду. Куда вот этот вот партизан тут собрался, я не понял. Ну и где же она тут его... Да не особо она и травит-то его, если честно. Посмотрите сами. Травит по чуть-чуть, но не так, как мне говорили. Офигительно прям. Сейчас будет яйцо бомбашить, да? Так, хорошо, мы его здесь накрыли медным тазом. Так, эти тут... Да ёпрсты, опять! Ты посмотри, что он делал. Он в кустах прятался. Щегол! Блин, все-таки нужна заморозка. Заморозка и отравление. Вот это, наверное, было бы топчик. А тут что-то как-то... что-то как-то не особо. Хорошо, все, подбили мы его. Надо яйцо, ребята, укреплять. Вот что я подумал сейчас. Надо укреплять яйцо. Да тут все нужно. Тут и хилищий нужен камень. Потому что, ну, посмотри, что происходит. Посмотри просто, что тут происходит. И тебе все сразу станет ясно. Только не говори, что вот в этом кусту опять у нас... Нет, нет. Я думал, что опять этот динозавр, который любит маскировку свою включать. Давай травить эту бомжиху. Ну-ка, как у нас там яд-то хоть действует? Я что-то не вижу, ребят, чтобы он что-то делал. Вот именно по ней. Так, хиллер, хиллер. Так, надо его травануть, ребят. Надо его здесь травить. Бесполезняк какой-то просто-напросто. Вот что я вам скажу. Вот сюда вот массовую атаку сделаем. Бумс, всех их накрыло там к ядре не фени. Летун, ты куда собрался, эй? Что-то как-то у нас сейчас, ребят, хуже намного, чем было в первый раз. Вам так не кажется? Мне так лично очень даже кажется. Давай, Тирексик. Все виноваты вот эти ребята с копьями. Вот именно они виноваты во всем. Они нам тут очень сильно мешают. Зачем я сделал? Зачем я взорвал сейчас бомбу? А кто мне скажет? Я не понял. И такие довольные, думают, им все положено, могут идти себе спокойненько. Фигушки. Травим их, травим. Тирекс на подходе. Я еще вот так вот валун. Наверное, валун будет добивающим, нет? Ну, почти что добивающим. Все, ему хана. Бомжиха отдуплилась. И сейчас будет у нас, вот, скорее всего, последняя волна. Вот они. Крики бомжихи. Так, здесь, не забываем, будет у нас... Вот он, вот он этот, по-моему, куст. В котором у нас, ребята... Да, вот он, динозавр этот, который меня, в принципе, наверное, прикокошил. Куда он ядрить его на корень? Ты посмотри, я не попадаю. Почему у меня... Таргет, таргет, давай быстрее. Вот. А сможем ли мы вот этим вот валуном, ребят, гигантским его накрыть? Должны. Есть. Надеюсь, больше никаких не будет тут чудиков. Да нет, скорее всего, будет. И тут их очень много. Так. А валуна у меня нету, ребята, кстати, больше. Все. Отвалунились мы с вами здесь. Короче, я вот этих вот прикокошиваю. Но они достали тут. Хилы, бомжи всякие. Так. Давай, 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 давай. Мы не должны, ребята, подпустить их, понимаешь? Не должны. Мы не имеем права на это. Просто не имеем права. Бомжиху травим. Отравили. Так, хорошо, давай вот так вот. Вот эти вот с копьями, которые тут стоят, их очень много. О! Нам сразу становится легче жить, и когда этих уродов нет рядом. И бомжиху травить не забываем. О, яйцо-то уже рядом! Черт подери!
Яйцо рядом. Яйцо рядом, ребята. Я так трясусь, как будто это мое яйцо. Блин. Ну, последний, я надеюсь, этот хламон. Была последняя волна, да. Все, шик и блеск. Мы прошли с вами. 11 уровень не за горами. 18 тысяч. Это круто. И я хочу посмотреть, сколько нам нужно до прокачки следующего валуна. Добрый старый стега наносит урон троглодитам. Это все понятно. Давай-ка мы посмотрим по улучшению, что у нас здесь получается. Я могу... Нет, я не могу Рэмбо улучшить. Я могу улучшить либо стега, либо брахию. По снарядам глянем, ребята, что у нас тут. Так, это получается у нас глыба 24 тысячи. Глыба 24 тысячи, но не забываем, что ядовитый снаряд у нас может прапаться. А блин, вот незадача, что лучше? Для меня, если честно, лучше, конечно, прокачать глыбу. Вот как по мне. Но не хватает, не хватает. Поэтому, наверное, мы сейчас с вами пока ничего не будем делать и продолжим атаку. Так, поехали. Вперед, как говорится, из песни. Рэмбо отлично справляется с группой слабых троглодитов. Ну, это понятно. Это было уже давным-давно понятно. Раз, два сразу же, ребят. Так, не нравится мне вот этот куст. Там наверняка... Ну вот, ёпарасоте. Я так и думал, что здесь именно вот этот вот... Пипец. Мы просто не можем попасть по нему. Самое удивительное, что этот охламон бежит. Вот. Травим, травим, травим. Самое обидное, что мы, ребята, его не видим. Да куда ты, блин, ну? Твою маковку. Ты посмотри, что он делает. Он уже подбежал к яйцу. И самое удивительное, да, динозавры мои как будто бы этого ничего не видят. Просто проходят мимо и все. Тут еще один. И явился, не запылился. Я считаю, что это, ребят, нечестно. И нечестно, вот я его не вижу. Как его должен здесь, ребят, атаковать? Снарядами? Там бомжиха вон идет, блин. Сейчас расколупает яйцо. Расколупает яйцо, как пить дать. Вообще ни один динозавр, ребята, не помогает мне здесь. Все, хана, пробил, гад вонючий. Я считаю, это нечестно. Почему-то у меня нет таких динозавров, которые могли бы пробежать мимо него и зайти к нему в пещеру и там разобрать их всех, чертовой бабушки, блин, да? 19 тысяч, блин. Ну что, придется улучшать, ребят, снаряд нам. Придется улучшать, я вот только не знаю какой, наверное, ядовитый. Где он? Вот он, ядовитый снаряд, улучшать. Все, пока вот как-то так. Будем пытаться. Получится, не получится, я не знаю. Поехали. Блин, и этого снаряда с заморозкой мне не хватает. Всего не хватает здесь. Всего. Раз, два. Да-да-да, я знаю, что там, гад, ныкаешься. Причем он тут не один даже ныкается. О, как получилось-то отлично. Так, отлично, не отлично, ребята. А этот-то говнюк летит. Парашютист-то сраный. О, хорошо его подбили. Так, стега нам здесь нужен. Нам здесь пригодится стегозавр. Тут надо как-то, я не знаю, ребят, на опережение бросать этот валун. Потому что из расчета того, что пока он подбежит, да, пока там это... Вот как-то вот так вот должно было быть. Так, давай-ка вот так вот бросанем. И не попал, и не попал. Красоте! Но тем не менее, все равно, ребят, он почему-то отравлен. Бомжиха, отвали. Бомжиха, отвали, я тебе сказал. Надоело ты мне уже. Вот они. Охламонищи выбежали. Но здесь, ребята, обычное, даже не укрепленное. Так что пока хорошо все. Блин. Так, давай-ка мы хилов этих всех. Так. Так, Тирексик, молодец, бомжиху подбил. Умница, красава. Ну, я чувствую, ребята, этим делом не закончится все. Сейчас наверняка полетят и динозаврики эти будут придурковатые, которые маскируются. То есть они, ребята, я так понял, всегда. Воу-воу-воу-воу-воу. А тут уже, как мы видим, прекрасно, ребята, уже бомжиха укрепленная. Тирекса просто в хлам выкинули моего, представляешь? Вот он этот куст противный. Нет, ребята. Че, еще одна бомжиха? Сразу же, что ли? Да ну, завязывайте сразу-то так.
Слушай, а вот в этом кусту наверняка сидит вот этот вот. Так и есть, ребят, так и есть. Этот не туда я бросил. Давай, Стегач. Всех, все свои силы, все свои ресурсы. Все, ребята, выпускаем. Ну? Ты посмотри, там бомбардировка какая идет. Они как хотят, чтобы... Погоди-ка, я не понял. Ну, давай сделаем вот так вот. Этих-то мы будем травить или что? Или вы совсем потеряли страх? Слушай, меня достал этот хиллер, а? Серьезно говорю, меня он достал. Посмотрите, Тирекса просто разносит в хлам. Ну и Простега также можно сказать, что в хлам его разметают. Яйцо! Ребята, яйцо рядом! Черт подери, как быть? Как быть? Вот эти хламоны с молотками. Во всем виноваты именно... Да почему я не могу их убить-то? А, все, понял, ребята, они укрепленные. Все, фигня, полнейшая. Сдаюсь. Больше монет. Блин, придется смотреть. Че я там получил-то? Копейки, как всегда, да? Блин. О, во, вот это надо. Ну, по крайней мере, мы с вами получили метели. Это уже хорошо. Блин, я не знаю, ребята, вот эти вот с каменными топорами на самом деле напрягают меня. И я уже даже не знаю, нужен ли нам этот снаряд отравляющий или не нужен. Может быть, лучше взять хилище или замораживающий. Не знаю, вот серьезно вам говорю. Просто без понятия. По динозаврам вроде бы все отлично, все хорошо. Но вот здесь же просто какая-то вот кутерьма. Заморозка, шрапнель. Ну, хрен с ним. Давайте уберем вот это вот. Надеюсь, я не прогадаю. Надеюсь. Хотя, сильно я в этом сомневаюсь. Давай. Орут грубияны. Да-да-да-да-да-да-да, я так и понял. Побежали, побежали хламоны. Я не пойму эту птичку. То она промахивается, то она попадает, блин. Ну, где мой там Стегач-то? Мне даже, ребята, вот в данный момент мне даже не остановить этого говнюка, понимаешь? Ничем. Ну, давай попробуем тут его подловить, что ли. Ну, хотя бы так. Так, Тирекс вышел. Блин, Тирекс вышел. А фиг мне от Тирекса. Мне вот этого надо... Они тут вдвоем. Они вдвоем идут. Понимаешь? Они идут вдвоем. Надо их, ребят, вот здесь вот подлавливать. Вот прям вот так вот бросать на них валун здесь. Да, здоровье у яйца, конечно, офигеть. Офигеть, как много, вот что я хотел сказать. Давай вот этих вот уничтожать. Видишь, вначале тут идут самые обычные, самые слабенькие. Я вот даже думаю, что, наверное, тут надо не бомжиху все-таки в первую очередь бомбить, а вот этих вот, которые стоят за бомжихой. Потому что с бомжихой один на один как-то еще можно совладать. Но вот когда такая вот куча вот этих вот паразитов стреляет по тебе, тут уже очень сложно. А? Подхиляли. Так, давай вызовем нашего Эмбрахио. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как же без бомжихи-то? Как же без бомжихи-то? Так, ребята, не знаю, надо подкреплять, наверное, нашего бедного этого Тирекса. Опять же, я так понимаю, пока еще обычные идут, да? Вот, 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 последняя волна. Ты посмотри, они сразу вдвоем. И вон бежит у нас упырь. А куда он делся, я не понял. А куда делся упырь тот? Который маскироваться у нас любитель. Он же был только что, я видел его. Так, у нас есть метель. У нас есть метель, но вот эти вот, конечно, намного круче бомбят. И никого не подбил. Сейчас смотри, сколько молотков полетит прям по морде ему, смотри. Нашему родному Брахио. Так, вот так вот сделаю. О! Круто я подорвал. Это последняя волна была, да? Поэтому я могу себе позволить
такое вот прослабление себе. Так, давайте, Рексик, давай, давай, родной мой, я тебе, если что, буду подхиливать. Бомжиху надо одну хотя бы уничтожить, и нам уже будет немножко попроще. Так, вот это вот мне достал уже здесь, танцор вот этот, вот, танцор диска вот этого, который хиляет, смотри. Сейчас, 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 Тирекс, я тебе хильну маленечко. Давай Брахио тебе вызовем на помощь. Пумс! Все. Дохилялся, хламон. И валуном сверху вот этой вот бомжихе. Не понял я, а что, валун вообще игнорирует? Это, ребята, представляешь, бомжиха пока еще в обычной деревянной броне. Ты понимаешь, да, к чему я говорю? Обычная деревянная броня. То есть она еще будет наверняка в каменной рано или поздно. И вот тогда будет нам вообще великолепно играться здесь. Так, ну что, надо смотреть. Так, и мы получаем, о, 22 тысячи у нас уже монет. Это, кстати, меня радует. 22 тысячи монет. То есть мы с вами, наверное, можем что-то пропать, да? Ну-ка, давай посмотрим, что мы тут можем улучшить. Так, подожди, динозавры, это все понятно. Это все понятно. Так. Да что ты, блин, достал уже? Может быть, Рэмбо? Рэмбо прапать. Так, подожди, я снаряды гляну. Для начала. 24 тысячи нужно. Всего лишь плюс 200 добавляет, да? Наверное, все-таки лучше динозавров. Мне почему-то так кажется. И начну я, наверное, со Стега. Да, нужно начинать именно с него. Так, что пропустить? Пускай он это... Все, пошла у нас улучшалка. Вроде бы пошла. Так, и погоди, 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 улучшить. Мне нужно посмотреть яйцо. Вот оно, яйцо. Можем мы? 12 тысяч. Нет пока еще, к сожалению. Ладно, я надеюсь, 60 уровень не будет такой суровый и жесткий. Поехали. Так, оставляем все как есть. Ничего не будем менять. Огонь очень опасен. Почему у меня нету огненных снарядов? Я представляю, мне кажется, катапульта будет в разы круче, чем бомжиха. Вот. Я уже просто боюсь того уровня, когда мы с вами дойдем до этой катапульты. Видите, они уже и в каменной броне, и в железной. В общем, давай, погнали. Так, слушай, а я этого хламона не могу подбить капустой? Нет. Тут только лишь Стега может нам помочь. Ну давай, Стега, бомби, что ты там уже. Так, отдайте вот это вот все. Так, ну, подбили, молодцы. Так, Тирекса вызываем. И погнали вперед, путь в дорожку. Ну, чтоб тебя, а? Чтоб тебя разорвало, бомжиха. Как ты меня нервируешь, как ты меня достала уже в корень. Да, я ничего не говорю, она, ребята, тут обычная пока еще идет. Но это опять же пока. Ага. Так, давай, 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 Тирекс, подходи, подходи, подходи. Так, а почему так быстро-то, эй? Почему так быстро выбегают бомжихи? Я считаю, это несправедливо и нечестно. Раньше хоть какой-то был промежуток, а сейчас вообще его нету. Просто они выходят одна за другим. Ну где мой Тирекс? Мне нужен Тирекс. Ух ты, Рэмбо прям сбил бомжиху, правильно, так и надо ей. Давай вот сюда вот бросим, наверное, камень. Брахио успеем подлечить? Нет. Успели чуть-чуть. Какие эти упыри крепкие, а? Они просто крепкие. Так, Тирекс. Еще один Рэмбо. Я буду, ребят, хилять Тирекса. А вот этих вот говняков нужно валуном, наверное, прибить. Не, вот Рэмбо их хорошо сбивает. Твою мать, зачем я так сделал? Зачем я взорвал опять бомбы, которые тут лежали? Не могу прям. Ну, какая последняя волна? Я сейчас с этой не справился, да ё-моё. Вы издеваетесь, что ли, вот сейчас надо мной? Специально так делаете? Я не понимаю вот это вот. Как тут, блин, можно? Блин. Упыри, гады. Отвалите от меня. Брахио. Брахио нас не поможет. Нам не поможет здесь он. Он слабенький. Понимаешь, вот к чему я говорил тогда. Ну,
и дудки. Просто дудки, вот и все. Ну ты посмотри, какая их тут, блин, толпа. А, погоди-ка, тут еще у нас этот шпион и бежит. У нас тут бежит шпион, ребят, я его не заметил поначалу-то. Я еще и не попал. Я им еще и не попал. Выдохни, Рэй, выдохни, выдохни хорошенько. Ну давай, 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 расколупай яйцо мне, расколупай. Расколупай, блин, гад, а. Подбили? Так, ребят, по-моему, пора вызывать метеоритный дождь. Он хоть как-нибудь мне помог? Он мне хоть как-нибудь сейчас помог, ребят? По-моему, он мне вообще никак не помог. Ну. Яйцо-то рядом, ребят, яйцо рядом, понимаешь? Если она сейчас звезданет, хана будет яйцо, ребят. Этих вот гадов валить. Тирекс, держись. Держись, моя радость. Ребят, я все потратил. Представляете, я потратил валуны. Я потратил метель. Я кучу всего потратил. И хоть как-нибудь это мне окупилось. Нет. За 6 купи 3 метеоритного дождя, и будет тебе счастье. Угу. Так, что это мы тут? 1500 монет? Ну, хоть на этом спасибо. 1500 монет тоже, как говорится, на дороге не валяются. Я могу что сделать? Так, победить 50 троглодитов? 4000. Так, погоди-ка, ребята, у нас... Ох ты, бомба, по-моему, будет ледяная, если мы пройдем этот уровень. Я сомневаюсь, что мы вообще пройдем. Эй, будет жесть. Так, брахио улучшить. Брахио улучшить. Или же... Или же, блин, не этот снаряд улучшать, а? Вот этот вот камень. А тут ледяная бомба. Двойная глыба еще будет. Но это на 95 уровне, пока доживешь. А! Ребят, надеюсь, я это сделал не зря. Надеюсь, я это сделал не зря. Ну, жесть. А у них, я так понимаю, нету... А, нет. У них глыба 10 уровень. Это максимальный. Максимальный. Я думал, что они бесконечно апаются. Нифига подобного. Да иди ты в пень! Лезешь тут. Ух, ну что? Бесплатные монетки какие-то можно посмотреть. Ну, ладно, ребят, давайте еще попробуем. У нас, кстати, сколько там жизней? Там хоть проживем? Проживем тут с вами чуть-чуть? Или нет? Я надеюсь, проживем. Но ради бомбы этой ледяной. Они сейчас, наверное, будут нам такое отпорище давать. Ну, хотя бы валун прапал. Это уже хорошо. Так, тихо. Да ползешь. Не, только... Да как же так? Я чё... Я думал, ребята, что я... Чё с валуном-то? Ну, блин. Так, есть у меня одна задумка. Сейчас он здесь приземлится перед яйцом, а я вызову Рэмбо. Чтобы было ему неповадно. Ну, Рэмбо, беги. А, Стегач, Стегач, конечно же, Стегач. Ну! Так, и давай вот так вот сделаем. Я не могу понять, чё... Эй! Эй, смотри! А как быть-то, как быть-то, как быть-то, ребятушки? Да никак тут не быть, блин. Просто раскромсали яйцо и все. Тут нужно брать заморозку. Я не знал, ребят, что так будет все. У нас с вами очень мало жизни. Одно сердечко осталось. Тут надо брать ледянку, оказывается, понимаешь? Потому что я больше уверен, что здесь бомжих не будет. Здесь такой проходящий уровень. Они обычно такие, знаете, как типа челленджа. Успеешь, сможешь ли ты пройти? И тогда ты получишь счастье, блин. Ладно. Хрен с ним. Берем. Да что я делаю-то? Я не могу понять, как... А, к заданию. Вот, приступать. Так, дальше. Выбираем здесь... Вот это убираем отсюда. И берем ледяной снаряд, наверное, с вами, да? И... Глыба нам, наверное, здесь не нужна. Вот чувствую, что не нужна будет. Или нужна. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Так, короче, делаем с вами такой ход. Вызываем сразу же стегозавра. Блин, или же все-таки здесь... Не понял я. Я что, лопухнулся, что ли, получается? Все тут будет? Все как в обычной жизни? С врагами и... С прочей нечистью? Скорее всего, да.
это да, вот это вот, вот это вот, вот это будет жесть. Давай, Рэмбо. Так, ага, вижу тошнотика этого. Я вижу, ребята, тошнотика. Я его буду замораживать сейчас. Я вот его замораживаю и сверху на него бомбу. Вот тогда он ничего не сможет сделать. Есть, сработало. Так, ну. Блин, ну почему бомба? Бомба вообще, ребят, не развита нифига. Поэтому и дамаг никакущий. Давай, 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 валун. Наверное, шрапнель надо было брать. Или я не знаю, что надо было брать. Я не понял, бомжик, что ли, бежит там? Блин, а я убрал. Нет, хорошо, что я, ребят, валун вот этот оставил все-таки, а? Это все-таки хорошо, а то бы сейчас так попал бы, а? Я бы сейчас бы так попал бы здесь. Ну, мне... Да ядрить тебя на корень, этот бежит, говнюк. Отвлекающих очень много, ребят, здесь маневров, понимаешь? Очень много отвлекающих маневров. У меня нет лечки, я не смогу своего Т-рекса залечить. Вот она, в чем проблема, ребят, в чем вся беда. Вызываем следующего Т-рекса, яблочки свои. Во. Так, что у нас тут? Что у нас тут? У нас вот фигово все, ребят, все очень фигово. Все очень плохо. Ну да, угу. Бегут говнари. Ну, сбрось валун прямо на них. Да куда ты бросаешь? Слов нет у меня, ребята. У меня нет слов, блин. Т-рексы сейчас распишут. Еще бомжиха идет. Еще идет одна бомжиха. Довольная, блин, кикимора болотная. Так, если я сюда сброшу валун, нормально все это будет? Ух, хорошо. Хорошо, не повредили мы нашу бомбочку. И это меня уже радует. Так, 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 тихо, 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 бросай. Стега, какой ты ватник, а? Вот я не могу прям. Ты вата ватная. Других слов у меня нету. Еще одна, ребят, бомжих. Но не было написано, что это последняя волна, блин. А значит, это нифига не последняя. Так, тихо, 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 тихо. Ты куда еще, щербет, собрался? Так, давай вот так вот сделаем. И, наверное, вот так вот. Успеть, главное его убить. Ну! Успели. Успеть-то успели, блин, а эти-то бегут. Сколько их там? Их там дофига просто, ребята. Их там очень много. Еще и вот эти вот с огоньком. С огоньком идут. Дружников, рядок. Ну, давай бросим валун. Заморозку. Вызываем нашего Рэмбо. Посмотри, что происходит. Посмотри, что происходит. Ребят, я этого не заметил. Я не заметил этого года. Да ну, хорош. Хорош. Ребят, по-моему, все, финиш. Финита ля комедия. Приплыли, называется. Да. Не знаю, ну это жесть. Это просто сложно, очень сложно. Ребят, у нас еще есть одна попытка, но будем монетки смотреть. Так, у нас 6000 монет. Что я на это смогу приобрести? Да ничего. Вообще ничегошеньки. Очень, ребята, очень и очень сложно. Такая сложность идет. Это всего лишь, блин, пипец. У нас еще потом следующий остров. Я не знаю, что там будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Последняя попытка. Если мы пройдем, мы получим мину, мы получим 11 уровень, но... А, я не знаю. Снаряды. Блин, снаряды. Здесь, кстати, так, ледяные, отравляющие бомбы. Не знаю я. Вот просто не знаю. Без ледяной мне будет очень и очень плохо. Вы понимаете почему? Потому что ледяная хоть на какое-то время затормаживает врагов. Но урона-то у нее нет, понимаешь? Урона нету. А если мы... Да я просто... Я могу прийти на улучшение. Дай мне посмотреть. Так, 12 тысяч нужно, чтобы улучшить снаряд. Вот смотри, 67. Давай. Улучшим. Все, здесь надо, ребята, наверное, скорее всего, заняться в скором времени фармом. Просто фармить деньги и улучшать снаряды. Ну... По крайней мере, по максималке, сколько можно. Иначе это жесть. Ну, сами видите, прекрасно. У нас, ребят, последняя с вами попытка. Если я здесь фейлюсь, то мы уже встретимся с вами в следующем видосике. Ну, ты посмотри, ну, ты посмотри, как у них тут все это начинается, а? Все у них тут начинается довольно круто, блин. О!
А, вот он этот хмырь. Бежит. Явился, блин, не запылился. Так, Стегач, ты готов? Я сейчас буду вызывать. Так, одного подбил. Второго подбил. Рэмбо пошел. Так, здесь нам надо как-то, я не знаю, на опережение. Получилось? Вроде бы да. Так, замораживаем. Так, этих не подпускаем сюда. Давай вот так вот сделаем. Да чтоб тебя, ну урон, ну никакой, ребят, ну никакущий урон. Где ты там, птичка? Птичка, блин, невеличка. Что-то затишье какое-то, да? Ага, затишье, обрадовался. Никакого, ребят, затишья. Кто там? Хил, хил идет. Давай вот так вот их всех табуном тут похороним. Так, брахию давай, выходи. Нечего. Так, погоди секунду, погоди секунду. Ну вот есть же против летающих, да, охламон? Почему нет вот против вот этих вот гадов, которые тут идут? Ребят, ну это несправедливо, блин. Он меня отвлекает очень сильно. Я постоянно... Что? Да куда ты, блин? Птичка, блин! Чё ты творишь? Ну я не понимаю вот этого. Чё она творит, эта птица, блин? Косорылая. Птеродактиль этот, птеродон, блин. Но... Вот из-за такого хмыря, вот посмотри, сколько здоровья у яйца остается. Вот из-за этого хмыря, блин, просто-напросто. Так, тут еще не легче. Тут, пока она отвлекался на этого, ребята, нам тут жару дают. Дают нам тут жарку. Офигеть какого. Да. Ну, давай, 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 родные мои, ну, не подкачайте папочку. Твою дивизию, бомжиха идет. Бомжиха идет. И опять этот гваделупник. Это сейчас, что ли, блин, специально был сделан, я не понимаю. Он должен был сдохнуть от дуплицы, гад этот. Ну, заморозка. И валун. Валун! Где валун? Вот он. Успел чудом каким-то, я не знаю, правда, каким чудом. Так, ладно, ребята, огненные, огненные говнюки. Что тут? Блин, да там пипец, что творится. Там творится пипец, ребят. Не-не-не-не-не-не. Не-не. Никакого, ребят, по-моему, варианта. Еще не легче. Еще не легче, ну... Вы поняли все. Мне что, разорваться что ли здесь, блин? И тут, и там, и за всеми за ними уследи, блин. Не, ребят, ну бесполезняк. Смотри видео, чтобы получить две штуки жизни, блин. Давай. О, я получаю две штуки жизни, спасибо большое, блин. Обрадовали. Что? А, 4000, ну это хорошо. Так, итого сколько у меня там денег-то получается? Ну покажи мне. Почти 8000. Почти 8000. Так, давай посмотрим, что мы можем улучшить. По снарядам не надо. Угу, тут минус. Тут пипец, я ничего не могу сделать. Ничего могу улучшить себе. Ой, ля-ля-ля-ля. Шрапнель. М-м. Ничегошеньки. Могу улучшить только лечение. Но оно мне нафиг сейчас не нужно, потому что я не вижу в этом смысла. В лечке все равно мне нужны снаряды, мне нужно больше снарядов, ты понимаешь? Стека, ты когда закончишь свое обучение? Ты уже фиг знает сколько обучаешься. Плювики? Нет, плювики здесь тоже, мне кажется, не нужны. М-м-м. Вот именно мы здесь с вами играем самыми здоровыми, мощными динозаврами. Может быть, вместо брахио включить? Нет, никого тут включать не надо. Шрапнель. Вот была бы у меня вот эта ячейка открыта, я бы взял бы шрапнель. Ну а так вот, ну что это, ну что это? Поехали, попытаемся. Это бред полнейший. И эти, и те, и пятый, и десятый. И все, блин. Все для нас, все. Я не знаю, ребят. Просто не знаю. Так, Сега, давай, бомби.
Здесь-то ладно, здесь-то мы еще с вами выживем. Но вот этот вот гад, который бежит. Вот этот. Да куда ты взял бомбу взорв... У меня нет слов. У меня нет слов на этих дебилов, блин. Че, так не говорите, что вы там стегом мне подбили? Они его подбили. И дрить тебе на корень, а. Ну ты посмотри. Стега, давай, давай, давай. Я вот этого гаденыша сейчас попробую заморозить. Вот так мы его заморозили. И валучек сверху приложили. Отлично. Так, яблочко уберем. Ой, яблочко. Так, бомжиха, да, бежит? Бежит у нас бомжиха здесь. Давай вот так вот. Так, подожди ты, опять это так глоед, блин. Как ты меня задостал, а? Поц, ты просто меня достал. Тут, ребят, только действует, знаете, как, какая комба. Вот замораживаем его и бомбу здесь скидываем. Только вот так вот. Ну куда ты бросил эта птичка, говн? Ой. Ну и что ты бежишь такой довольный, блин? Что ты бежишь, я не понимаю, довольный такой, блин? Ну ёп! Даже вот этого дебила надо подбивать, ребята, исключительно валуном. Понимаешь? Исключительно валуном. Бегут, блин, довольный. Так, еще что ли один? По-моему, их так не было много в тот раз, блин. Ну как быть-то? Давай вот так, на опережение, попробуем. Теродактиль, вот, вылупился, блин. Так, заморозка, хероска, все это понятно. Да их, по-моему, тут что-то как-то чересчур уж много, эй. Я не понял, что за праздник-то? Что случилось-то, а? Иди отсюда. Я не понимаю, что за веселуха у них тут началась. М-м. Еще хуже сыграли, чем в прошлый раз, ребят, с вами. Вообще хуже. Хуже не придумаешь. Все, хана яйцу, ребят. Не могу. Просто, ты понимаешь, я не могу. Меня просто бомбит, блин. Да иди ты со своим супер валуном к чертовой бабушке, блин. Достал уже, блин. Ой, так. 12 тысяч. Улучшить. Снаряды. Ядовитый снаряд. 21 тысячу нужно для того, чтобы улучшить ядовитый снаряд. Шрапнель. Бомба из лавы. Которая ни хрена урона не наносит. Ребята, еще одно здоровье у нас. Ну это, ну пипец просто. Ну я не могу. Меня вымораживает это. Вот серьезно говорю. Мне не хватает ячейки. Ячейки еще одной не хватает для бомбы. Где этот бусурман? Сейчас я знаю, что он побежит. Я про этого, который в костюме шапито там притворяется-то, который дурила этот. Где он там? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он бежит. Давай, иди сюда. Так, где его? Так, подожди, я не хочу, ребят, здесь тратить валун. Так, пускай вот так у нас пока все здесь будет. Ну-ка, получится на опережение взять? Ну? Аж 300 тысяч раз у нас получилось взять на опережение. Аж 300 тысяч раз. Этот теродактиль просто косорылый. Вот и все, ребят. И в этом вся его проблема. Ну? Так, валун бросаем теперь. Что, не накрыли, что ли? Должны же. Вот, все. Так, крик бомжихи, блин. Вонючий крик бомжихи. И вот в этой вот суете, ребята, любит выбегать вот этот вот подхалимыч. Ну вы поняли, да, про которого я говорю? Да-да-да-да, вот он, бежит, бежит. Аглоедыч, блин. Ну, заморозили, отлично. И что нам это дало? Ничего. Нам это ничего не дало, потому что его нужно, ребята, замораживать, а потом, блин, добивать вот этим вот супер-пупер, блин, валуном. Понимаешь? Вот только тогда, блин, будет какой-то итог. Куда ты, блин, вечно-то?
Ребят, это пипец, наверное, чувствую я. Нет? Ну почти, да, около пипца. Давай, валун, блин. Это около пипца называется. Так. Ну, естественно, естественно. Естественно. Естественно, еще одна бомжиха выбегает. Куда ж без нее-то? Давай заморозим. О! Да вы ёживались. Давайте, Рексик, разбомби эту бомжиху. Так, тут у нас еще не легче, да? Телепузики бегут, блин. Так, Т-Рекс, я думаю, в принципе, должен там справиться. Где у нас... Ага, вижу. Давай вот так вот мы сделаем. О! Что-то, что-то, ребята, получилось правильно у этого Т-Рекса. Не Т-Рекса, а... ну, короче, вы поняли. Птеродактиля. Так, ну тут их, блин, немерено просто. Немерено. Давай-ка вот этих вот, наверное, с вами накроем. Всяких с копьями. Они тут нафиг нам не нужны. Ага. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Подожди, вот там у нас бежит. Там у нас бежит чудной какой-то. Так, валун пошел. Так, погоди-ка, погоди-ка. Я, наверное, зря так делаю. Тихо, где этот говнюк? Вот он. Бежит сюда. Бежит сюда. Ну, валун мне нужен, блин. Подожди, там, по-моему, ребята, что-то уж больно криков много. Две бомжики, что ли, я не пойму. Там, по-моему, ребят, две бомжихи. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо. По-моему, опять мы тут с вами сфейлимся, ребята. Да-да-да-да-да-да. Ну, вот смотри, ну не хватает тут мощей. Ну не хватает, ребята, тут силы. Смотри, два раза он тыкнул своим вонючим копьем, блин. И все, и у нас яйцо раскрошилось. Не могу. Все, я не могу, ребята, блин. Я буду, я не знаю, надо укреплять снаряды. И что, я не буду смотреть, мне надо нервы свои поберечь. Ну и он нафиг. Короче, ребят, я был с вами. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Все, надеюсь, у вас намного все лучше будет, чем у меня. Увидимся с вами, когда уже станем покрепче. Так что всем пока и удачи.